Стой, представляете, я даже память айфона забила. Сын сегодня будет смеяться надо мной. В общем, все, срочно загружу, почищу. Быстро. Вот я, в частности, вижу сумочку начала работы, пряжную. Здесь будут ручки широкие такие, значит, просто обычные. Почему полезно все делать ручками? Лепка, вязка, шитье, вышивание, все что угодно. Вот когда люди перенесли инсульт, инфаркт, их восстанавливают именно так. И когда ребятишки плохо говорят, тоже надо мелкую моторику пальчиков развивать. А почему? Потому что наши пальчики, вот все, что на кончиках пальчиков, все связано с мозгом непосредственно. И мы тренируем и развиваем мозг. Видео очень короткое. Достаточно просто что-то делать руками, пальчиками. То есть там выбор за вами. Вот просто даже обычно писать рукой, просто, допустим, рисовать. Ну, это самое элементарное. Это очень полезно. Это профилактика потери памяти, также заболеваний таких, как Альцгеймер, деменция возрастная. Вообще нужно постоянно, ну, можно, кстати, еще помимо этого много что, просто учить стихи, читать, просто что-то запоминать, кроссворды, сканворды, какие-то ребусы решать. То есть человек должен двигаться хотя бы пальчиками. Все, память заканчивается.